1926-yilda tug'ilgan 2-jahon urushi faxriysi uchun bugun bayram tadbiri tashkil etildi. Raqslar, kuy-qo'shiqlar va yaqinlarning tabrigi ortda qolgan mashaqqatli mehnat va unga minnatdorchilik ramzi bo'ldi. Хороший народ, хорошие люди, хорошее правительство, которое заботится о ветеранах Великой Отечественной войны. Вот недавно дочитали опять указ президента нашего о поощрении ветеранов войны. Здоровья ему, счастья ему. Tur avloddan buyon davom etayotgan harbiylik kasbini bugun Nuroniyning nevarasi ham davom ettirmoqda. Otaxonning qizi ham Rossiya Federatsiyasidan tadbirni birga nishonlash uchun yetib kelgan. Очень большое спасибо, потому что я вижу, как искренне, как по-доброму, как внимательно относятся к ветеранам войны. Ну, ребята, будьте достойны своей страны, будьте достойны своей республики и почитайте всегда старших.